Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 3. Скрытые выстрелы. Итак. Да, вспомнил, где мы остановились. Итак. Вот он. Потихонечку сейчас будут подтягиваться, наверное, сюда. Вот. Жалко, что у меня ограниченный. Опа. Да. Вот так. И сейчас затем пойдем следом, хвостиком. Вон он. Взорвать нужно, да? А давайте вот так и поступим. Сейчас как взорвется там. Да? Ну я надеюсь. Да что ты застрял там среди пеньков этих? Даже не знаю, вот здесь вот. Давай. Ты же где-то должен сейчас подняться, посмотреть. Посмотреть то место, где я стрелял. Тихо, тихо, тихо. Да. Один выстрел, один труп. Покажись. Ну, срисовали они меня. Бам. Вот зря ты туда пошел. Не зря. По внутренности наружу, будьте любезны. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, давайте посмотрим на карту. Я хоть где воюю-то? Я тут небольшой закуточек. Да-да-да. А, вон туда мне еще, да. Так. Ну не знаю, как у вас. Но у меня тут все пока тихо. Так. Давайте посмотрим. Ох ты, какой красавчик. Изрешеченный весь. Давайте. Зайдем к нему. Ой-ой-ой-ой-ой. Чего я тут плохого сделал? Мне там граната прилетела. Да. Поменялись местами. Ух ты. Нет ловушек. Наверное, дорогущие были. Я так с этих двух точек их всех перебью. Мне интересно будет. Мне надо еще это где-то рядом с колодцем найти. Узнать, где колодец лежит. И... вот, какая-то записка. Дорогой Эрнст, в газетах полно новостей об Африканском фронте. Мы гордимся тем, что и ты носишь свой скромный вклад в дело Рейха. Старая фрау Эрлих очень хвалила генерала-фельдмаршала
Ромеля и наших замечательных мальчиков. Твоя мать просто светилась от счастья. Она передает привет и просит вас от ее имени задать англичанам хорошую трепку. Твой любящий отец. Нет, любящий отец, падла. Так, здесь у меня нету никого. Дубин прогуливаться рядом с колодцем. Надо все-таки на том участке, значит, смотреть, где этот колодец. Так, тут на домике ничего нет. Вот. Ох ты, тут внизу. На. Какие-то кабеля можно перерезать, я вот не понимаю. Связь оборвать. Так, у меня появилась граната. И как я понимаю, здесь надо динамит, да, закладывать? Давайте-ка посмотрим. Так, для начала возьмем вот этот горящий. И что это? Не совсем понимаю. Ну-ка, давай вот так вот. Это что-то привлечь должно, может, внимание? Ладно. У меня... Так, где динамит у меня? Вот он, динамит. Кладем динамит. И... Нет. Да не тот я хотел. Где ты, падла? И вот так вот. Как мне, как-то мне... Надо же как-то, блин, взорвать это дело. А как взорвать? Ну-ка, давайте посмотрим. Как измучить вражеский патруль? Так. Так. Если я выстрелю... Сам-то я не умер. Нет, сам я не умер, смотрите-ка. Один готов, но это не все. Пострадал. Так. Машины. Давайте-ка я телепортируюсь. Так, поискал я глазами это полковника у колодца. Не знаю, как у колодца его искать надо. Давайте сейчас устроим тихую охоту на вот этих безмятежных парней. Ой, господи. Такая беспечность, такие ленивые. Давай для начала подождем, когда вот этот пройдет. Оп. Есть. Обыщем. Ничего страшненького не случилось. Да, теперь ты иди ко мне. Там тело даже не нашли, по ходу дела.
L'abbiamo chiuso in aperto! Вот так. На. На. Смотрите. Пока все идет нормально. State alerta. Deve essere qui da qualche parte. Se è qui, lo troveremo. Давай. Давай. Ты за углом, я за углом. Esci e arrenditi. È vicino, me lo sento. Чё, ты куда побежал-то? Эй, от судьбы не уйдешь. Ой-ой-ой. Ты всех позовешь. Да. Так, надо. Давай, башку свою покажи. Да. Господи, это вообще что за абориген-то был? Я так не разглядел его даже толком. А нет, это нормальный солдат. Одетый. Я думал, абориген. Ладно. Давайте вот здесь посмотрим, внизу. Пасы есть у меня. Меня ждут. Это хорошо, что меня кто-то ждет. Так, ну в гости сходить, что ли? А, не смогу. Ну давайте отсюда, значит, подобью их. По крайней мере, постараюсь. Чё, кто-то посмотрел, что меня там нет, успокоились? Так. Ну да. Домик проверили. Ничего. Ничего, детки. Сейчас дам вам на конфетки. Так. В этом домике я был. Что делал? Ну, не помню, ладно. И снова мы бежим. Так, я вот так выглянул, так вот выглянул. Он тут бегал, бегал, где я ему взбан, так, на, где-то. Вот тут. Надеюсь, это был ты. Так. Теперь второй, еще крыша же есть, точно. Ну давай. Ползи на крышу. Из-за тела не могу, да? Только давай его в сторону. Вот сюда. А то несколько действий в одном месте. Ну и что, я сюда пришел? Ну, о. Подождите. А отсюда хорошо видно вот еще одного. Так, с этого края у меня есть кто? А, ну вон тело, которое только ходит.
помечено. Ну все, давайте приступаем тогда. И... присядем. Давай, давай, давай. Да. Надеюсь, двоих. Первый. Да, второй. Все. Вот и все, и нет убила. Любопытство погубило. В сердце нет? Гранату, господи. Да, далековато. Да. Под мышку. Опа. Учитывая, что это снайперская винтовка, я там так разворотился. Минус рука, дает интересно руку. Да, ну разорвало немножко, так покрасал. Ну, ага, понятно. О, эсмина какая-то раз. Да, это хорошо, что там разблокировано. Так, не знаю, на первом этаже я был. Сейчас здесь посмотрим, что у меня тут имеется. Так, тут нету ничего. Стоит ли мне наверх лезть? Ну давай, ладно, раз уже залез, гляну. Так, а я должен был тихо, да, здесь, наверное, проходить? Ну, в смысле, мог проходить тихо, а не должен. Хитман, как будто бы меня здесь нет. Но на самом деле я здесь есть. Чё за... А, это в доме, который... Всё, понял. Итак, что у нас есть? У нас вот этот домик, который я хочу обыскать. У меня что, все есть, что ли? Все есть, видимо. Так, ладно. Ох ты, тут еще и стрелять можно было. Под шумок. Никак не вырубается, да? Ну, может, связь как-то обрывать именно так надо? Так, идем второй этаж. Что у нас здесь? Нет ничего. Идем последний этаж. Может, здесь у нас что-то есть? Нет, опять не то. Вот 2 метра показано. Разведданные. Взял. Последняя инспекция. Перед отъездом куратор-генерал Хосяляйн отправился в северный сектор. Хосяляйн. 8-8. Сектор, так, северный сектор 8-8. Позаботьтесь о том, чтобы во время этой заключительной проверки все прошло на таком же высоком уровне, как и раньше. 8-8. Ну-ка, давайте посмотрим на карту. Вообще ничего не говорит. 8-8. Понятно. Так,
Ну что я могу сказать? Оп, прыжок. Здесь можно было, а вот посюда подняться. Вот он. Так что все было взаимосвязано. Ну ладно, что было, то было. Что было, то прошло. Давайте к вышке сходим. Все-таки не зря же на вышке что-то было. Может, какие-то еще разведданные есть, нет, дневники? Оу. Как же ты пострадал от гранаты. От своей же причем. Ну вот зачем ты носишь опасные вещи с собой? Балда. Так. Ага. Там дыр. Наверх. Вот она. Вышка. Давайте посмотрим, что тут. Нет. Как-то это не так обрывается. Я все равно тебя сломаю. Вот из-за вредности. Так, и теперь как мне попасть туда? Мне надо обойти. А, так она линейная. Другого выхода-то и нет. Хорошо. Я не должен был с такой-то высоты повредиться. Давай, ладно уж. Пещера. Можно так обойти, можно так обойти. Давайте-ка я пойду сюда, гляну, что там происходит. Так, не топтайся, не топтайся. Снайпер, да? Вроде хорошая позиция. Позиция-то, может, и хорошая. Надеюсь, она бы еще не охранялась. Надо проверить сначала ближайшую местность, чтобы не было неожиданностей. Опаньки. Вот, видите. Уже есть двое. И, как я понимаю, наверху. Давай. Вот один здесь. Да? Не в домике, нет? Смотрите-ка, нет, не в домике. Как мне вас выкуривать? Блин. Есть, конечно, один небольшой, где лестница-то у вас. Вот так. Сейчас-то вы должны показаться. Блин. Где ты как спустился? Или ты снизу был? Ага. Хоп-хоп. А потушеньки. А тартатушеньки-та-та. А, вот, покуда ты спустился. Давай, а я посюда поднимусь.
Так, вас пока здесь было трое, да? Кто мне на карте попался? Эх. Ёп. Обыскиваем. Что еще имеем? Да. Это только раз. Да, два. Да. Не успел, да, мордашку подстрелить? Получил. Господи, как вы сейчас со мной здесь все будете охотиться? Давай, 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 давай. Блин, такая большая лисица. Так, троих, четверых, пятерых, шестерых. Сколько же я завалил за раз? Неплохо. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!